Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. И расскажу вам о том, что интересного будет происходить в Самаре в эти выходные. Спасибо за Высоцкого. Выставка с таким названием открылась на площади Славы. Она посвящена 55-летию городского молодежного клуба ГМК-62 и 50-летию концертов Владимира Высоцкого в Куйбышеве. В Куйбышев Высоцкий приехал по приглашению городского молодежного клуба, и разрешение на его выступление давалось на уровне обкома КПСС. 24 мая он дал два концерта, сначала в филармонии, затем в клубе имени Дзержинского. Успех был столь велик, что Высоцкий приехал в Куйбышев в ноябре и спел уже во Дворце спорта. На выставке представлены уникальные документы и фотографии, рассказывающие о куйбышевских концертах Владимира Высоцкого. Выставка «Спасибо за Высоцкого» будет работать в течение месяца. Далее ее сменит проект, посвященный истории ГМК-62. В субботу Самара вместе со всей страной весело и дружно отмечает Российский день физкультурника. 9 районов города, 9 площадок, и везде вас ожидают удивительные приключения, как для детей, так и для взрослых. С 9 утра на второй очереди набережной стартует фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО среди семейных команд Самарской области, а также массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». В 10 утра начнут свою работу интерактивные площадки, где можно будет увидеть показательные выступления, мастер-классы, состязания, эстафеты, конкурсы, соревнования и турниры от армрестлинга и шахмат до бокса и мини-гольфа. В 14:30 состоится торжественная церемония закрытия мероприятия и награждения победителей физкультурно-спортивных соревнований. Проведите день активно и спортивно! Вкусный и сладкий ежегодный фестиваль народных традиций «Жигулевская вишня» пройдет в эту субботу. Все по традиции будет радовать гостей. Конкурс вишневого пирога, ярмарка народных товаров, гастрономические ряды, выступления коллективов и детская площадка. Можно уехать с палаткой на все выходные. Будет площадка под палаточный городок. Кстати, на время проведения фестиваля «Жигулевская вишня» количество скоростных судов до села Ширяево увеличится. Об этом сообщает Речпорт. Проведите субботу весело и вкусно. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!